Всем огромный привет! И сегодня мы заходили в магазин Галамарт. Мне нужно был кабель Type-C, USB Type-C купить для телефона, для зарядки. И посмотрите, какой кабель я купил. Давайте посмотрим его поближе. Итак, вот смотрите, вот такой вот кабель. Шнур для зарядки, да? Это, на самом деле, я такой шнур уже покупаю второй раз. Мне нужно сейчас маме такой, потому что у мамы тот кабель, который у нее есть, он начал обламываться. Но это я покупал не у них, а в другом месте. Смотрите, это Type-C, идет синхронизация с ПК, 2-амперный кабель, то есть это можно на быструю зарядку, и длина у него 1 метр. Кабель USB Type-C, фирма какая-то, Баба-Яга, да, я не знаю, что это и для кого это производится, можно будет поближе почитать. Но я думаю, что на самом деле все это дело производится в Китае. И, возможно, для самого Галамарта, а возможно, это и закупается отдельно, что, наверное, скорее всего, так и есть. Так что давайте вот попробуем сейчас вот распаковать кабель. Я вот приготовил ножницы, и мы его распакуем. О, смотрите, что происходит. Вот он кабель. На самом деле, качество кабеля очень-очень классное. Он такой прорезиненный, такой толстенький. Здесь вот он замотан, да. Сейчас мы это уберем. И вот такой вот кабель. На самом деле, работает он очень изумительно. У нас такой уже кабель один есть. USB Type-C. Отличный кабель. И вот смотрите, вот именно в этом наборе, с этим кабелем мне положили, пишут, для зарядки телефона, да. И тут мне положили, прям смотрите, наклеечки. Баба-Яга, тут ягодка, тут какой-то хлебушек, сердечко и чуфыр-чуфыр написано. Смотрите, какие приятные наклеечки. Вот они. Это прямо новогодняя какая-то тема с наклеечками. Прямо это очень круто. Баба-Яга, вообще респект. Я оставлю ссылочку, на самом деле, в описании, для того, чтобы вы могли посмотреть на этот кабель. Ну, просто реально приятно. Стикеры Баба-Яга, кабель Баба-Яга. Очень-очень приятно. Еще я приобрел зарядное устройство. Вот смотрите, вот такое. Такая фирма Forza. Forza Plus. Быстрая зарядка 3 ампера. Я его приобрел также в Галамарте вместе с этим кабелем. Но зарядку я уже хочу себе оставить. Нам нужно заряжать. Потому что телефон, который заряжается Quick Charge 3.0. И вот как раз эта зарядка, я думаю, она отлично подойдет для этих целей. Тем более здесь написано, что это вот Quick Charge 3.0. Быстрая зарядка, вот посмотрите, вот так она выглядит. Сейчас мы ее тоже распакуем, посмотрим. Конечно, коробка очень огромная для зарядки, да. И вот что самое главное хотел сказать. Кабель вот этот, оранжевый этот кабель Баба-Яга, стоит 99 рублей. И я вам скажу, за 99 рублей он у нас уже, не знаю, наверное, полгода работает и показывает себя только с самой наилучшей стороны. Зарядка вот такая на Quick Charge 3 на 3 ампера стоит 219 рублей в Галамарте. И знаете, за такую цену, такую зарядку вы, не знаю, не добудете нигде, я думаю. Наверное, как-то так. На самом деле магазин Галамарт удивляет своими ценами. Ой, как-то я варварски сегодня распаковываю. Ну что ж поделаешь. Такая вот зарядка. Мы тоже сюда пока поставим. Здесь у нас зарядное устройство. Тут небольшое руководство по эксплуатации. Такая вот, вы посмотрите, сколько пластика не пожалели, да? Посмотрите, сколько пластика, а зарядка сама вот здесь. Как вот ее, как ее вынуть правильно, я даже не знаю. И здесь вот такой вот замечательный блочок. Давайте посмотрим действительно, что тут написано. И здесь идет зелененькая, сама фишка USB зелененькая.
Выглядит прям изумительно, очень симпатично. Смотрите, как переливается вот такая вот зарядка. Она очень удобная, на самом деле. Можно даже ее, я думаю, с собой брать в поездки, потому что она на самом очень компактная, и вот ее так воткнул аккуратненько в, ну, от стены и заряжаешься. Так что Forza зарядка на 3 ампера, 18 ватт. Посмотрим, насколько быстро она будет заряжать телефон по технологии Quick Charge 3.0. И еще раз напомню, кабель и USB Type-C, и вот эту замечательную зарядку Forza, кабель Баба-Яга, я приобрел в магазине Galamart. Так что ссылочки попробую оставить в описании к этому, ко всему товару. А пока буду тестировать, как заряжает телефон вот такая вот зарядка от Forza. Вам всего наилучшего, всего только самого светлого, творческих успехов и удачи в новом году. Пока-пока. И увидимся в интернете.